В Иркутской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На прошлой неделе в Приангаре зарегистрировано 16 617 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп подтвержден у одного человека. Выявлено 950 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус был подтвержден более чем у 400 жителей региона. В рамках прививочной кампании против гриппа вакцинировано 1 081 143 человека, в том числе 357 319 детей. За минувшую неделю на территории Усть-Илимска и Усть-Илимского округа произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Среди них было 7 наездов на стоящие автомобили, 4 столкновения, 1 наезд на препятствия и 2 съезда с дороги, в результате которых пострадали люди. 16 ноября вечером водитель автомобиля Toyota Corolla, следуя по автодороге Братск-Усть-Илимск, на 164-м километре не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 2 пассажира обратились за медицинской помощью. Аналогичная ситуация произошла 14 ноября на 87-м километре этой же трассы, где 48-летний водитель Toyota Premio также допустил съезд с дороги. В этом случае медицинская помощь понадобилась 44-летнему пассажиру. 19 ноября состоялось еженедельное совещание руководителей структурных подразделений городской администрации. На повестке дня были вопросы, касающиеся итогов минувшей недели и планов на текущую. Открыл и возглавил совещание мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов. Еще раз всем доброе утро. Начинаем нашу планировочку. Выходные дни отработали с коллегами по расчетам тарифов. То есть знаем, что ситуация в области тяжелая. Сейчас Игорь Иванович находится в Москве, отстаивает интересы именно Иркутской области и смотрит именно порог по тарифам, потому что, судя по анализу, который мы проводили в Усть-Илимске на частные домовладения, это серьезно отразится, то есть потребление электроэнергии гораздо выше, чем утверждено сейчас уже Федерацией. Вчера я разговаривал и с Александром Владимировичем Кубовским, отправил ему наши анализы лицевых счетов, то есть проработали в этом направлении. Ну и надеемся, конечно, что на северной территории именно обратят внимание, что здесь и зима раньше наступает, и она, минусовой отрицательной температуры гораздо больше, чем в южных районах. В ближайшее время в области обсудят еще один важный для города вопрос. По инициативе мэра в законодательном собрании пройдет встреча, на которой будут говорить о поддержке и развитии агрофирмы «Ангара». На площадке заксобрания будет проведена встреча по поддержке именно агрофирмы за счет субсидий от Министерства сельского хозяйства. Также глава города напомнил присутствующим о предстоящей встрече с жителями, которая намечена на 30 ноября. Еще раз напомню, что 30 числа у нас встреча с жителями. Будут представители фонда капитального ремонта. Было также у нас совещание проведено с региональным оператором. Он тоже будет как руководитель присутствовать здесь на территории. Договорились проехать по нашим площадкам крупногабаритных отходов, проехать, посмотреть, в каком они состоянии, потому что всегда вопросы возникают. Видим, что своевременно это не производится. Вот. И думаю, что эта встреча у нас все-таки пройдет плодотворно. Заместитель мэра по правовым вопросам Евгений Стариков подтвердил, что проблемы с вывозом крупногабаритного мусора остаются нерешенными. В своем докладе он рассказал о результатах рейдовых мероприятий, проведенных во дворах. На прошлой неделе было зафиксировано 11 случаев нарушения сроков вывоза крупногабарита. Кроме того, сотрудники межведомственной комиссии обнаружили 23 автомобиля, припаркованные в неположенных местах. В ходе совещания городские чиновники обсудили и план мероприятий, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Стало известно, что все собранные средства от благотворительных концертов и гуманитарная помощь жителей пойдет на выполнение заявок от наших бойцов. Тему подхватил Антон Байбородин, председатель комитета городского благоустройства, рассказал, как продвигаются работы по возведению мемориального комплекса, посвященного памяти погибших защитников. На сегодняшний день доложу, что укладка брусчатки произведена в полном объеме. Сейчас
занимаются именно облицовкой гранитом двух стел, которые у нас идут по муниципальному контракту. Изготовили уже зов, непосредственно конструкцию, которая будет также монтироваться на данном памятнике. Сейчас идет ее покраска. И в принципе в этом году основные работы по муниципальным контрактам, по благоустройству и памятнику СВО будут закончены. Понятно, будут еще доработки в следующем году на средства, которые выделяют и линия будущего, и предприниматели, и неравнодушные жители города. Это еще две стелы, которые будут также облицовываться гранитом, установка освещения, ну и само благоустройство данной территории. Специалисты комитета благоустройства постоянно следят за состоянием городских дорог. В зимний период особое внимание уделяется лестничным сходам, тротуарам и пешеходным дорожкам, расположенным по периметру микрорайонов. У нас сейчас такая погода, что морозы, потом оттепель, гололед. То есть проверяют и как устраняют наледь на пешеходных дорожках, на лестничных сходах, подсыпка. Понятно, что есть замечания, также приходят и заявления и жалобы от жителей. Это мы отрабатываем сразу оперативно. Подрядчикам, конечно, выставляются претензионные письма и вплоть до штрафных санкций. По содержанию дорог у нас проводится ежедневная подсыпка противогололедными материалами опасных участков, пешеходных переходов и остановочных пунктов. Курсируют подсыпалки. Они ежедневно с 6 утра до 10 вечера. То есть здесь вопрос тоже в контроле стоит и с нашей стороны, понятно. Это все контролируется, есть заявки с ЭДДС, если поступают от автолюбителей, от организаций, которые производят перевозки пассажиров, то есть на это все реагируют и интенсивно, быстро все вопросы устраняются. Представители комитетов образования и культуры в ходе встречи рассказали о мероприятиях, которые готовятся для жителей города. Программы очень обширны, и с ними можно ознакомиться на сайтах учреждений. Во Дворце культуры «Дружба» в настоящее время идет приемка работ, выполненных в рамках капитального ремонта здания. В спортивном комплексе «Олимпийц» капремонт пока еще продолжается. Директор управления социальной защиты Усть-Илимска Тамара Горобец, присутствовавшая на планерке, сообщила, что город выполнил план по социальным контрактам с населением. Также она напомнила о предстоящих изменениях мер соцподдержки. 231 социальный контракт в этом году мы заключили, из них 127 на самозанятость. Очень радует такая цифра. 49 миллионов привлекли в город тем самым. Думаю, что это очень хорошие показатели. Начинаем готовиться к следующему году. С 1 января 2025 года прекращает действие закон Иркутской области о ежеквартальном пособии детям из малообеспеченных семей. Ну, это та небольшая сумма, которую вот 300 рублей на ребенка платили, теперь, значит, этого пособия теперь не будет. Продолжаем прием заявлений на удостоверение многодетных семей. Напоминаю, что без этого удостоверения не будет возможности оформить целый ряд пособий, то и тоже в социальном фонде, поэтому нужно как можно скорее обратиться с этими заявлениями. И также напоминаю, что до 28 ноября осуществляется прием заявлений на переход на твердую денежную сумму по твердому топливу для ветеранов труда, тружеников тыла, то есть областных льготополучателей. 18 и 19 ноября в Усть-Илимске работала межведомственная группа, возглавляемая Мариной Гороховой, помощником губернатора Иркутской области и секретарем антинаркотической комиссии в регионе. Цель визита – оценить эффективность работы муниципальной антинаркотической комиссии и проанализировать меры по профилактике и раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, оказанию наркологической помощи. Областные специалисты посетили школы, техникумы и медицинские учреждения. На встрече с представителями администрации города обсудили возможности взаимодействия. Было отмечено, что в конкурсе муниципальных программ «Приангарья» по профилактике наркомании второе место заняла муниципальная подпрограмма «Усть-Илимска». В картинной галерее Усть-Илимска состоялось большое мероприятие, посвященное 45-летию художественного отделения детской школы искусств номер 2 имени Татьяны Геннадьевны Сафиуллиной. Это событие привлекло множество гостей и ценителей искусства, которые собрались на выставке произведений, созданных талантливыми учениками школы. Под звуки флейты и фортепиано гости любовались яркими полотнами с натюрмортами, портретами и пейзажами, а также изящными изделиями декоративно-прикладного творчества, которые оставили все
сердцах посетителей неизгладимые впечатления и восторг. Художественное отделение школы было открыто в далеком 1979 году. Тогда в нем обучались 75 юных усть-илимцев. Сегодня здесь занимаются 244 талантливых ребенка, многие из которых становятся лауреатами конкурсов различного уровня. Особая гордость отделения – это его педагоги. В школе работают 13 высококвалифицированных преподавателей, пятеро из которых являются выпускниками художественной школы. Сегодня, заходя в зал, вы, наверное, обратили внимание на информационный стенд, в котором вообще ярко представлена вся история школы, кто работал в этой школе. Действительно, были педагоги высочайшего класса, педагоги, которые смогли влюбить детей, занимающихся в школе, в художество, в творчество, в рисование. Вам, ребята, безумно повезло. В вашей школе сегодня работают педагоги, которые учились, занимались у тех великих людей, у тех великих художников. Да? Это и Маргарита Лау, это, конечно, и Владимир Игоревич Осипов, которого, к сожалению, недавно не стало с нами. Сегодня есть Вера Игоревна Огородникова, которая стояла у истоков, практически у истоков школы. Поаплодируйте, этот человек заслуживает аплодисментов. Спасибо вам, Вера Игоревна, огромное. И, конечно, очень радостно, что вот этот вот дух, да, он сохраняется, он передается. И сегодня мы видим, что дети, которые обучаются в школе, они действительно достигают высоких результатов, действительно прославляют наш город, прославляют школу далеко за пределами даже области. Спасибо вам большое за ваш труд, за вот это вот сохранение этих традиций. И, конечно, хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов, процветания. И думаем, что среди сидящих здесь юных художников кто-то вернется в наш город молодым специалистом. Мы на это очень надеемся. На празднике выступили с поздравлениями и словами благодарности первый заместитель мэра Евгений Тырыца, депутат городской думы Татьяна Каленюк. Их теплые слова и искренние пожелания подчеркнули значимость и важность этого события. Заслуженным педагогам были вручены грамоты и благодарственные письма за верность профессии. Насладиться уникальными произведениями искусства, созданными детскими руками, могут и все желающие. Выставка в картинной галерее будет работать до 5 декабря. Это прекрасная возможность окунуться в мир творчества и вдохновения. Анастасия Литовская, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».